Три автостоянки объехали с проверкой представители городской администрации. Они смотрели, как предприниматели следят за благоустройством своей территории. На 5-м Соколовогорском проезде старые машины превратились в металлолом. Также здесь отсутствует нормальный забор. В части неуборки прилегающей территории – это штраф. Административная ответственность установлена за это. Там предупреждение, либо штраф до 5000 рублей. Вот. Ну, если есть повторность. В части не окраски забора, не выравнивания забора, да, въездной группы. Предостережение. Если предостережение не будет исполнено, то возможно привлечь к административной ответственности уже по Кодексу об административных правонарушениях. На третьей степной автостоянка и вовсе расположена незаконно. Уже предоставили исполнительный лист о ее сносе. Таким предпринимателям и не дадут земельный участок. Надо это понимать, чтобы они его содержали в таком состоянии, такие услуги населению, да, представляли? Согласен. Это опасность для жизни, как минимум, создается. На следующем адресе в Ленинском же районе проверяющих просто облаяли. Хозяина парковки не оказалось на месте, а вот нарушений здесь хватает. Плохое ограждение, неблагоустроенная территория и мусор. У вас не покрашено, мы вас просили покрасить ворота, входную группу. Вы ничего не сделали здесь, и мусор у вас на территории стоянки. По словам представителей городской администрации, 30% саратовских автостоянок находятся не в лучшем состоянии. Предприниматели не следят за своей территорией, а значит, им грозят штрафы. Надежда Новикова, Олег Бирюков, Саратов, 24.